Сейчас российская сторона, Роспотребнадзор, часто блокирует белорусские продукты питания из-за нарушения бактериологических там показателей. Этот вопрос не относится к компетенции. Подождите, ну дайте я вопрос задам сначала, потом вы решите. И меня интересует, как вообще обстоит дело с продуктами, которые остаются внутри страны, и достаточно ли контроль осуществляется за тем, что попадает на полки в магазины, и как бы почему в Россию блокируют, а что внутри страны. То есть меня интересует безопасность продуктов, которые мы сейчас покупаем в магазине. Как проверить, что действительно они качественные? У нас все продукты качественные, торговля принимает товар с документами с качеством. А то, что вот там запрещают, это что, в Россию тогда получается некачественные продукты отправляют? Не компетенции моего управления. Но подождите, но вы по начальнику управления общественного питания. А у вас какая компетенция? У меня компетенция как регулятора внутри республики. Это значит, что мы регулируем вопросы, касающиеся организации торговли и общественного питания внутри республики. Вы, значит, ну, поставки вот этим вот занимаетесь, а вопросы безопасности – это не ваша компетенция? Министерство здравоохранения. Ну, а вот когда отправляют, например, на экспорт, это компетенция вашего? Вопросы нет. Вопросы экспорта, вопросы Министерства иностранных дел. Министерство иностранных дел? То есть продукты, которые отправляются на территорию других стран, это компетенция Министерства экспортом иностранных дел? Экспортом наше министерство не занимается. Все вопросы, касающиеся внешнеторговых операций, это не вопросы нашего министерства. Министерство иностранных дел регулирует общие вопросы регулирования экспорта. Оно не занимается поставками конкретных товаров. Вопрос по вашей компетенции. Например, если в моей деревне, там, где живут мои родственники, там в деревенском магазине часто нету некоторых продуктов. Например, рыбы замороженной, часто не бывает фруктов. И скажите, вот по таким вопросам это к вам обращаться? Вы должны мне сказать, какой магазин? Давайте, я вам скажу. Давайте. Гомельская область, Октябрьский район, деревня Волосовичи. И там вот реальная проблема с мясом. То есть, если оно даже замороженное привозят, оно страшное. А если рыба, например, то после разморозки она реально разваливается в руках. Ваше обращение мы перенаправим по компетенции. Какие у вас еще вопросы? Все еще в компетенции, я так и не попала. Все ясно. Нету к вам вопросов, компетенции ваши непонятно о чем. До свидания.